мечтаете просыпаться с видом на прекрасное море, тогда эта квартира точно для вас. 2+1. Первая линия. Новый комплекс в этом видео. В абсолютно новом комплексе в популярном районе Махмутлар на первой береговой линии трехкомнатная квартира от собственника, полностью мебелированная и укомплектованная бытовой техникой, выставлена на продажу. Данный комплекс состоит из трех жилых блоков, имеет прекрасную зеленую территорию, попозже я вам покажу, собственный пляж, а также крытый паркинг для жителей и гостей комплекса. Ну что ж, мы находимся с вами сейчас в квартире, при входе мы попадаем в такой светлый коридор, и я думаю, начнем, пожалуй, с правой стороны, пойдемте за мной. Итак, мы с вами попадаем в гостиную, совмещенную с кухонной зоной. Обратите, пожалуйста, ваше внимание на отделку, какая она здесь качественная. Кухонный гарнитур в теплых тонах, приятных, очень выглядит все стильненько, а также использовано все расстояние до потолка. Кухня и, в принципе, как и вся квартира, укомплектована всей необходимой мягкой мебелью и бытовой техникой. Куплены даже посуда, ложки, вилки. Вам достаточно приехать только со своими личными вещами. Ну и, в принципе, самая главная изюминка данной квартиры, то, что я вам говорила, это, конечно же, вид на прекрасное Средиземное море. Посмотрите, при выходе на ваш балкон вы всегда сможете насладиться вот этим замечательным видом. Посмотрите, какой здесь у нас прекрасный вид на море, но и не только на море, а также на Аланийскую крепость. Вы знаете, как прекрасно она выглядит в вечернее время. Ну, а романтики, конечно же, отметят то, что на этом прекрасном балконе можно как встречать рассвет, так и встречать закат. А данная комната как раз-таки предназначена для тех самых мечтателей, кто желает просыпаться с видом на море. Ведь именно с этой кровати, когда откроете глаза, видно оно самое. Здесь у нас положена общая ванная комната. Обратите внимание, что у нас установлены теплые полы в каждой ванной комнате. Почему говорю в каждой? Потому что в квартире 2+1 у нас представлено две ванные комнаты. В данный момент мы с вами сейчас проходим родительскую спальню, как раз таки вот собственным санузлом. Обратите внимание, что какая светлая квартира, очень уютная, высокие потолки и как она сильно оформлена. Повторюсь, данная квартира продается с мебелью и техникой. Данный комплекс имеет шикарно богатую инфраструктуру. Несколько открытых бассейнов. Кстати, один из них с подогревом открыт в зимнее время. Закрытый бассейн, спа-центр, горки, детская площадка и многое-многое другое. Пойдемте сегодня на сеанс. В любое время для удобства жителей и гостей комплекса на первом этаже в лобби вы найдете ресепшн, где вам смогут помочь по разным абсолютно вопросам. Расположение комплекса очень удобное. ЖК имеет два выхода. Первый на море, второй на улицу Барбаросса. Это центральная улица в районе Махмутлар. Также на первом этаже комплекса находится магазин бытовой химии, а также косметики, хозяйственные, в общем. И главное, это популярная сеть кофеен Starbucks, что очень удобно, где можно выпить вкусно кофе и, в принципе, приятно провести время. Всего в 50 метрах находится у нас магазин Мигра. Это продуктовая сеть, где можно приобрести также все необходимое. Ну и, в принципе, в шаговой доступности у нас аптеки, салоны красоты, субботний рынок.
дорогие наши подписчики. Я надеюсь, вам понравилось данное видео. Я, Альма Гадеева, эксперт по недвижимости в солнечной Алании, старалась специально для вас. Ставьте лайки, напишите комментарии и обязательно посмотрите данный объект у нас на сайте ID. До встречи в солнечной Алании!